HTML — это позвоночник веба. Это простой язык, который формирует структуру каждой веб-страницы. В целом, семантика — это сердце того, что делает HTML. Как язык разметки, его теги используются для идентификации типов контента на странице. Тег-параграф, например, идентифицирует контент как принадлежащий к параграфу. Это самый распространенный элемент группировки контента из всех доступных. Так или иначе, если вам надо идентифицировать контент каким-то более специфичным образом, допустим, как тут, у нас есть цитируемый источник, тогда лучше использовать тег, который более точно описывает контент. Так, в данном случае это black quote. Вы даже можете дополнительно уточнить цитату, представляя ссылку на цитату в первоисточнике с помощью тегов cite. Этот тип разметки добавляет больше смысла в контент. Это одна из самых главных вещей, за которую несут ответственность авторы в вебе. Это означает, что, конечно, что как автор критически важно, чтобы вы понимали смысл, который стоит за элементами, которые вы используете, и когда их использование допустимо. Во многих случаях это довольно просто. HTML имеет ограниченное число элементов для работы над дизайном. Всего-то чуть более 100, если вы любите считать. И если вы писали на HTML какое-то время, вы, вероятно, уже знакомы с основными из них. Такие как заголовки и абзацы, вы будете использовать их почти каждый раз при создании нового HTML-документа. Другие, такие как сам элемент, который идентифицирует контент, созданный с помощью компьютера, они очень специализированные, возможно, вам никогда не придется их использовать. Хитрость, конечно, в том, чтобы понять смысл тега и намерение, стоящее за его использованием, а не в форматировании страниц по умолчанию. Многие авторы делают так, так как они только изучают HTML. Использование курсива или тега M, например, когда они хотят выделить текст курсивом. И при этом они не знают, какой смысл стоит за каждым из этих тегов. В других случаях определение того, какой тег использовать, часто определяется субъективным решением. Как я упоминал ранее, HTML имеет ограниченное число элементов для работы над дизайном. Это означает, что вы часто будете делать разметку контента, который не имеет четкого набора тегов, предназначенного для его отображения. Возьмите лог чата между двумя людьми, для примера. Тут у нас разговор между Бет и Сэмом. Бет устроилась на работу, и Сэм очень сильно рад за нее. Так как же мы размечаем это в HTML? Ну, если вы немного погуглите, вы, вероятно, найдете множество подходов и мнений о том, как правильно разметить его. Так как тут нет никакого конкретного набора тегов, предназначенного для отображения таких элементов, авторы сами для себя решают, какие элементы лучше семантически охарактеризуют контент в вопросе. Теперь, с течением времени, некоторые стандарты начали развиваться, но во многих случаях автор чисто субъективно решает, каким способом представлять контент. Это должно показать, как важно для вас, как автора, понимать семантический смысл, который стоит за тегами, которые вы используете. Если у вас нет понимания их семантики, ваш контент никогда не будет наполнен смыслом настолько, насколько этого заслуживает. Это больше всего касается HTML5. Улучшенная семантика была одним из основных направлений вместе с добавлением новых семантических элементов, новых правил для создания содержания документа и новых моделей контента, которые предоставляют более конкретный контекст того, как и когда используются элементы. Мы исследуем каждое из этих дополнений более подробно, чуть позже в данном курсе. Ничто не сможет сравниться с оригинальным источником. Однако, и я не могу подчеркнуть, насколько важно для новых авторов прочитать спецификации HTML5 и держать их в голове в качестве удобного ориентира при принятии решения о структуре и размещении контента. Мне особенно нравится список в конце спецификации, который перечисляет каждый HTML-элемент. Это позволяет быстро пробежаться по ним, прочитать их свойства, а также изучить элемент более подробно, перейдя его определение в спецификации. Я настоятельно рекомендую сделать закладку этой страницы, а затем использовать ее как возможность лучше познакомиться с семантикой, которая стоит за элементами, которые вы используете. Перевод выполнен в клубе складчик.com.